Около 1000 вакансий подготовлено для молодых волокжан в рамках проекта «Молодежные трудовые бригады» в этом году. Вакансии самые разнообразные. Рабочие на строительство зданий и дорог, сотрудники на производство, официанты, дворники, уборщики, упаковщики, вожатые, кондукторы и другие. Одним из самых популярных направлений остается благоустройство города. Так, предприятие «Магистраль», работающее в этой сфере, предоставляет около 60 рабочих мест для косарей и сгребальщиков травы. Зарплата достойная. За неполный рабочий день сгребальщики могут получать от 15, а косари от 20 тысяч рублей в месяц. Рабочий день начинается по-разному, то есть в 8 утра они проверяют косы, готовятся, садятся на автобус, едут на место, косят, косят, собирают кучу, и потом мы это все увозим. На каких объектах ребята работают? На улице нашего города, прежде всего, площадь Революции, проспект Победы, Вологодский Кремль, набережная, памятник 800-летия, магистрали Ленинградская, Конева, Бывалова. Напомним, новый сезон проекта «Молодежные трудовые бригады» стартовал 20 мая с субботника на набережной реки Вологды. Присоединиться к нему могут все желающие в возрасте от 18 до 25 лет. За 6 лет реализации проекта его участниками стали 7 тысяч человек, которые в общей сложности заработали более 80 миллионов рублей. Найти себе интересное и полезное занятие на лето очень легко. Необходимо заполнить заявку, далее специалисты подберут вакансии, подходящие именно вам. Заявку можно заполнить на сайте вологдапортал.ру, в молодежном центре горком 35 по адресу Советский проспект 24 или по телефону 76 02 55. Егор Канавин, Михаил Протасов, Вологда Портал.